14 к 1026.06.2018, обновлено, 14-12-26 июня 2018 года, 49421, Москва, 26 июнь, РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности полпреда в Северокавказском федеральном округе Олега Беловенцева. Освободить Беловенцева Олега Евгеньевича от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, цитирует соответствующий указ пресс-служба Кремля.